Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас утренний обзорчик топовых акций. Посмотрим, что у нас сегодня интересного есть. Чем серваки нас удивлят? Начнем с английского. Только проснулся и сразу пилю видос по этому. Кто не спит с утра, ставьте. Лукасик, сегодня битва гильдии. О, нифига себе, Thanksgiving день. Благодарение. А вот так вот, такие вот плюхи нам дали. Ну, в принципе, неплохо. 110 крок. А, блин, это на халяву, ребят. Обалденно. Эмблем, точнее, рунки 10 на прокачку. 7, 8. Ну, спасибо, IGG. Я думаю, любому без донату, даже донату, это пригодится. Крайней мере, мне крок нужен, мне нужны эссенции для прокачки супер пэтов. Ну, десятые уже не нужны, но все равно, как видите, для меня половина актуальных тем, для без донатов даже, наверное, больше. Все актуальны. В принципе, неплохо. Неплохой такой подарок, лучше, чем вчерашние акции, которые я вам показывал. Такс. Коллекционер у нас есть. Пиратик открылся. Но здесь на английском топовые пираты. Вчера его, говорю, вчера на днях показывал. Реально халява получить Анубиса и Стрелка. Вот, пожалуйста, Анубис. А стрелок. Еще один Анубис. И все. Так, у меня дофига уже камней. Дофига всего. Ну, просто они влазят уже. Анубисы, стрелки. 1010. О, карточки сменки. Реально, это один из их топовых. Стрелок нифига не падает, зато падает другое. Ну, в общем, Анубиса вытащили. Кому как повезет, но реально здесь очень круто достать плюхи. Так. Thanksgiving Gifts есть еще. Вот так вот. Магическая пыльца, Castle Chest, сундуки 6, сменки 10, Ульфик 60, Спавен Агент 500, 120, Рунка, Самики, 1500, Камень Круг, точнее 15к, а не 1500. Нифига себе, 10-го таланта руны 50 штук. Офигеть. Левица, инсигния рун. Прокачки на 10-й, 20. Скрэп, Брэвэ Крок, Кристалл. Крока 300, нифига себе. Круто. 10-е. Купон спиннер на английском сервере. Поехали, попробуем. Ну, вот он купон. Я говорил, награды здесь реально говно полное. Но, как вариант, вы его можете получить за халяву. Так, а что тут? Ну, неплохая халява, я вам скажу, даже так. Купон Shopping Spree даже есть. Нифига себе акции сегодня. Большой пак, и вы нормально плюх получаете, если они вам нужны. Так, кузница. Сейчас посмотрим, еще что есть. Поехали глянем. Шопинг спри. Шопинг спри такое себе. Ну, уже начали продавать вот эти вот
на прокачку. Или 500. Ой. Так. Первый бонус, Treasure Chest, Lucky Flipping, Smash and Win. Ну, довольно-таки неплохой день. Даже здесь есть акция. Поехали глянем, что у нас на рынке. Вот, барда начали наконец-то продавать. Принципе, неплохие плюхи. Вот этих 80 камней нафиг они нужны. Так. Пыльца. Хотшот. 1000 за 50. Нормально. Десятая. Железка. Тоже, в принципе, неплохо. 27 секунд. Мэри. Дешевеет. Сундучки скинул. Нет. Вот вообще пак 2000 суперснека. Супер 1000 пыльцы для получения недостающих. Так, Thanksgiving пак, зефир и половинка Мэри. Вообще огонь. Хорош, хорош. Вот это сегодня плюхи на английском сервере. И еще и accumulation пак есть, нифига себе. 300, уже 300, нифига себе. Да, ребят, сегодня реально, посмотрите. 2500, 1500, вы самыми, нифига себе. Вы самыми вернете 75к. Офигеть просто. Просто офигеть, ребят. Да, сегодня, конечно, день хороший. Такс. Но английский сервер сегодня на высоте. Поехали на русский. Глянем, что на русском. То же самое. Получаем плюхи. Что за аккаунт у меня? А, это я что-то бегал, вчера переключался. Так, смотрим. Набор необычный. Большой пак на русском сервере 1200. В принципе, по расходникам тоже неплохой 500. Кому нужна пыль? Сундуки наконец-то завезли. Нифига себе. 70-55. Офигеть. 1200. Но сегодня прямо на русском сервере что-то нереальное творится. Реально день супер скидок. Да. Неплохо. Хватайка даже есть. Вот подарок благодарения. Ящик славы 200к. Санкция питомца, препарат 20. Блин, ну реально, правда, четвертый подарок. Выживание 10. Ну такое себе хватайка. Просто сегодня, ребятушки, день мега трешечка. Даже 5 жетонов получил. В каком-то аккаунте. Блин, ну реально хороший день. Обменять 50к кулаков на халяву. Разбить снеговика, императорская, магическая рулетка. Рулетку мы глянули. Парящий остров. Понятно все. Подарочки авиара. Собери себе сам опять. Нифига себе, ребята! Это свершилось, это просто свершилось. Наконец-то на русском дали по 6 попыток. Везде. Ничего себе, это что-то в лесу сдохло. Ну, конечно, плюхи такие же самые остались, плюхи ни о чем. На рынке, на базаре можно плюхи собрать покруче, но вот смотрите, можно, нифига себе. Офигеть. Посмотрите вот сюда. Вы можете собрать Мэри. А реально, это реально дешево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 60 за 3. Это самая дешевая Мэри будет. Реально, со всего, что здесь есть. Ну, неплохие плюхи. Вот сегодня реально плюхи поменяли. Вижу, что поменяли. И плюхи обалденные на русском сервере. Круто. Это однозначно плюс. Да.
Офигеть, поехали глянем немку, но немка еще не обновилась, немка обновится немножко попозже. Там тоже должна быть какая-то халява по-любому. Thanksgiving Pack далее. Пиратище. Пиратище здесь понятен. Здесь новый скин дают. Асурика. Топ. Топ островок вообще. $50 купон спиннер. Поехали купончик крутанем. Ну что я могу сказать? Хоть что-то IGG сделали интересное, хоть один день. Так, купон мы получили, мы знаем какой там купон. Алхимик. Да, ребята, сегодня прям мощно. Но рынок еще здесь не обновился. Поехали Тайвань глянем. У Тайвань вчерашняя акция, я вам ее показывал. Ой, конечно, жестко. Тут куча скинов. Куча плюшек, накопление тоже довольно-таки неплохое. Но Мишаню дают. Он бесплатно получался. Нафига его сюда тулить уже. Бардик. Ну, вот так вот, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по поводу акции. Реально сегодня на русском трэш просто. Бум, два осколка зефир. Ну, здесь его проще всего получить. Ну, два осколка. Короче, ребята, куча разных акций, куча всего. Реально. Тень. Топчик. Еще какая-то акция. Перекидывает. А, это куча плюх разных. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.